Управляющее действие затвора наглядно иллюстрирует управляющее токозатворные характеристики, выражающие зависимость тока коллектора от напряжения затвор-исток. При напряжении сток-исток равны константе. Однако эти характеристики неудобны для расчетов, и поэтому на практике пользуются выходными характеристиками. На этом рисунке изображены выходные стоковые характеристики полевого транзистора. Они показывают, что с увеличением тока сток-исток ток истока сначала растет довольно быстро, а затем это нарастание замедляется, почти совсем прекращается. То есть наступает явление, напоминающее насыщение. Это объясняется тем, что при повышении тока ток-исток, ток должен увеличиваться. И так как одновременно повышается обратное напряжение на энтопереходе, то запирающий слой расширяется, канал сужается, то есть его сопротивление возрастает. За счет этого ток тока должен уменьшаться. Таким образом, имеет место два взаимно противоположных воздействия на ток, который в результате остается почти постоянным. Повышение напряжения стока, в конце концов, приводит к электрическому пробою, НП-переходу, и ток стока начинает лавинообразно нарастать, что показано на рисунке штриховыми линиями. Напряжение пробоя является одним из предельных параметров полевого транзистора. Работа транзистора обычно происходит на пологих участках характеристик, то есть в области, которую часто не совсем удачно называют областью насыщения. Напряжение, при котором начинается эта область, иногда называют напряжением насыщения, а запирающее напряжение затвора иначе еще называется напряжением отсечки. Основной параметр полевого транзистора – крутизна S, аналогичная коэффициенту усиления триполярных транзисторов. Крутизна характеризует управляющее действие затвора. Например, крутизна 3 мА на вольт означает, что изменение напряжения затвора на 1 вольт создает изменение тока стока на 3 мА. Второй параметр – внутреннее выходное сопротивление. Этот параметр представляет собой сопротивление транзистора между стоком и истоком, сопротивление канала для переменного тока. На пологих участках выходных характеристик сопротивление достигает сотен кОм и оказывается во много раз больше сопротивления транзистора постоянному току. Иногда пользуются еще третьим параметром – коэффициентом усиления, который показывает, во сколько раз сильнее действует на ток стока изменение напряжения затвора, нежели изменение напряжения стока.